Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 35 на странице 39 рабочей тетради по математике для второго класса автора Маро. Сравни время, которое показывают часы. По тому же правилу нарисуй стрелки на последних часах. Итак, давайте посмотрим. Первые часы показывают ровно 4 часа. Следующие часы показывают 4 часа 15 минут. Следующие часы показывают 4 часа 30 минут. Следующие часы показывают 4 часа 45 минут. То есть у нас всегда количество часов увеличивается, количество время увеличивается на 15 минут. Увеличим время еще на 15 минут, и у нас получится ровно 5 часов. Для этого короткую стрелку мы направим на цифру 5. А длинную стрелку на 12. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.